Вот видео для тех, кто хочет заменить втулку на скутере, на Бендексе, но не знает, как ее оттуда выпрессовать. Подумав немного, я нашел себе в гараже такой вот анкер и начал его на резьбу надевать. Ну, пофиг, что он там немного лопнет, как бы. Его как бы выдавливает. Вот я сейчас накрутил, его выдавило. Я еще его не вытащил, но думаю, он пойдет. И все. Вот. Его снял. То есть для тех, кто думает, как его снимать. Самый простой вариант. Это у меня заняло по времени около 40 секунд. Ну, больше я искал, чем его выкрутить. Вот так вот. Все. Кому помог, знаете, да, что делать. Спасибо.